Что ты встал? Едем дальше. Не выйдет. Дайте деньги, тогда дальше поедем. Скотина. Ничего, мы еще встретимся с тобой. Лудовико. Вот увидишь. Бедрила. Привет. Нам на Кристиан Гартнер Штрассе. Сколько стоит? Смотри, тот самый урод. Я говорил, что мы с ним еще встретимся. Идем. Добрый день. Привет. Сколько до Кристиан Гартнер Штрассе? Где-то 25 евро. Я заплачу 50, но ты мне после этой поездки отсосешь. И чтобы девочка видела, идет? Совсем плохой. Я что, похож на педика? А ну топай, у меня дома пятеро детей. Круто. Можно не подыгрывать? Можно. Кристиан Гартнер Штрассе, почем? Около 25. Ладно, даю 50. Ага. 25 за поездку, ага. И еще 25, если сделаешь мне минет. Только очень нежно. И чтобы дама видела, годится? Ну даешь. Ты пошел ты нафиг, мужик. Без обид. Ладно. Здрасте. Кристиан Гартнер Штрассе. Сколько платить? 25 евро. И еще 25, если сделаешь мне минет. Да. И только нет. Очень нет. Хорошо. И чтобы вот эта дама видела. Совсем иди. А, ну надо же, никто не спрашивает. Да, Кристиан Гартнер Штрассе, сколько возьмешь? 50 евро. 50? Я дам тебе сотню. Но за это ты медленно проедешь мимо своих коллег и помашешь им ручкой. С улыбкой от уха до уха. Годится? Садитесь.